Пермском крае на глубине более 195 метров находится одна из самых красивых и психоделических шахт во всем мире – Верхнекамское месторождение калийных солей. Чтобы сделать фотографии, которые вы сейчас видите, фотографу Михаилу Мишайнику пришлось провести несколько дней одному в этом соляном коридоре под угрозой оползней и утечек газа. Большая часть шахты уже давно не используется, но в некоторых местах все еще идет добыча карнолита – минерала, который используется в сельском хозяйстве как удобрение. Именно из-за него стены шахты приняли такой психоделический вид после бурения. Хотя с виду может показаться, что все эти рисунки выполнены человеком, на самом деле они были созданы самой природой. По словам Михаила, когда спускаешься на такую глубину, то постоянно хочется пить, так как воздух очень сухой, но самое удивительное – это то, что вы напрочь теряете чувство времени. А на полуострове Камчатка, недалеко от вулкана Мутновский, есть не менее удивительная ледяная пещера. Ее сотворили лед, горячие потоки вулканической лавы, солнечный свет и гейзеры. Все в этой пещере кажется нереальным. Длина туннеля составляет почти километр. Образовалась пещера благодаря горячим источникам, протекающим под толщей ледника. Из-за того, что ледники на склонах камчатских вулканов стали активно таять, свод пещеры стал тонким. Из-за этого яркий солнечный свет проникает внутрь, создавая невероятное свечение ледяного свода. Вулкан Мутновский находится в 70 километрах южнее Петропавловска-Камчатского. На этом все. Подпишитесь на наш канал, чтобы не пропустить новые интересные выпуски.